уважаемые зрители, рад приветствовать вас на своем канале. Прошу прощения за долгое мое отсутствие, но вот уже, я надеюсь, первый ролик после долгого молчания вы уже увидели. Это новая серия «Ручки Дюк». Будем рассматривать их, вернее, копии, конечно, серии, дешевые китайские, как говорят знающие люди. Но, тем не менее, вот следующая ручка, которая пришла к нам. Это ручка серии P3, тоже Дюк. Шла она 19 дней, стоимость 516 рублей. В такой же коробочке, как и предыдущая, такие же кривые надписи у нас тут. Ну, ручка уже немножко в другой отделке. Это у нас черный пластик с небольшими металлическими вкраплениями, с отделкой в серебро. Клипса не очень жесткая, кстати. На ободке написано «Дюк» и серия P3. Корпус ручки самой пластиковый, крышка металлическая. Перо это, как они пишут, опять же, иридистое золото, хотя, скорее всего, что это нержавеющая сталь с наконечником из иридия. Держатель для пальцев пластиковый, но такой как бы стандартный, совершенно цилиндрический, не очень удобный в принципе. Конвертер винтовой стандартный. Подходят сюда стандартные картриджи, чем мы сейчас и поставим для того, чтобы проверить, как она пишет. Дальше. Длина ручки 137,4 мм. Диаметр в самом широком месте 11 мм. Толщина пера 0,5 мм. Кстати, на пере, если мы посмотрим, то увидим не очень такую качественную гравировку. Вот в отличие от первой ручки, которая была раньше в предыдущем обзоре, здесь гравировка не очень качественная. Видимо, это все-таки не гравировка, а штамповка. И на фидере написано «двоечка». Ну что, посмотрим, как она пишет, некоторые приготовления до этого. Thank you.
Итак, впечатление от ручки. Впечатление от ручки Дюк серия P3. Тоже очень неплохие. Перо мягкое. Перо пишет, может быть, несколько жирновато, но, по крайней мере, очень гладко. Перо отзывчивое. Судя по толщинам, можно на нее давить, но перо несколько жестче, чем вот предыдущие ручки. Но совершенно спокойно можно писать, можно... Ну, не знаю, мне понравилось. Хорошая, добротная ручка. Стоимость 516 рублей. Сделана достаточно качественно. Я, в общем-то, рекомендую. Хорошая ручка, красивая, черная. И пишет хорошо. Задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. Постараюсь помочь, если чем смогу, конечно. Ну, на этом все. До следующих встреч. До свидания.